Друзья, всем привет из Мото-Арены. Сегодня у нас на обзоре Honda VT750 Shadow версии Phantom 2020 года. Поехали! Honda VT750 версии Phantom – это классический круизер с современным дизайном. Мотоцикл оснащен V-образным двигателем 750 кубиков, выдает отличную мощность и производительность. Коробка пятиступенчатая, привод карданный, надежность, долговечность, в общем, сделано на века. Наиудобнейшее сиденье, которое вы оцените в дальних путешествиях. Ваш пассажир останется доволен спинкой для него. Конечно же, все необходимое в путешествии вы можете взять в два кофра, а также прицепить необходимое еще к багажнику. Подвеска сгладит все неровности, а тормозная система Nissin обеспечит 100% безопасность вашим поездкам. Комбинированная приборная панель и пробег в этом мотоцикле всего 2910 миль. Honda VT750 Phantom – это отличный городской мотоцикл, который также подойдет для длительных путешествий. Приобрести данную технику можно у нас в городе Минске по адресу проспект Победителей, 84. Для вас доступен тест-драйв и оплата частями, всего 370 белорусских рублей в месяц. Мотосалон «Мото-Арена». Ждем тебя!